Республиканский автопробег стартовал сегодня в Бресте. Он пройдет через все регионы. Главная цель – объединить жителей страны в рамках года и Дня народного единства. Могилевская область встретит участников 9 и 10 сентября. Завершится акция 14 числа. В рейтинг лучших университетов мира 2022 попали 4 белорусских вуза. Его опубликовал британский образовательный журнал. В списке БГУ, БГУЕР, медицинские, Витебский и Гродно. МГУ остается лучшим среди соседних стран. У него 158 место. Отдельные категории граждан смогут пересекать границу республики наземным транспортом раз в 3 месяца. Норма распространяется на тех, кто имеет вид на жительство или паспорт другого государства. Кроме того, это касается и белорусов, которые работают или учатся за рубежом, а также иностранцев с разрешением на проживание в нашей стране. Ранее выезжать можно было не чаще 1 раза в полгода. Эта мера – необходимость для предотвращения распространения инфекции COVID-19. В Беларуси начнут готовить психологов, которые будут работать с сотрудниками воздушных судов. Обучать специалистов планирует Академия авиации. Кроме того, с 2021-го появилась специальность «гражданский пилот». До этого большинство абитуриентов за дипломом отправлялись в Москву, Санкт-Петербург и Ульяновск. На бюджетное и платное отделение были зачислены 11 человек. Первые осенние выходные сохранится влияние неустойчивой холодной воздушной массы с севера Европы. Облачно, с прояснениями. Временами пройдут кратковременные дожди. Под утро слабый туман. Видимость до километра. Ветер северо-западный порывистый. Температура в субботу ночью +2, +9. В воскресенье слабые заморозки до -1. Днем столбик термометра не поднимется выше 17 градусов.